Всем привет! Сегодня воскресенье и сегодня РПЛ. Да-да, сегодня РПЛ. Центральный матч, это матч Краснодар, матч между Краснодаром и Зенитом. Ну, что можно сказать к командах? Зениту, наверное, в принципе, наверное, уже ничего не надо. А может, надо? Отрыв от ближайшего соперника Спартака 7 очков, от ЦСКА 10 очков. Вот, и это последний матч круга между Краснодаром и с Зенитом, да, и отрыв гигантский, можно сказать, да, и понятное дело, что никто с чемпионом Зенита не сомневается, и даже Аршавин сказал, что ему задали вопрос, Андрею Аршавину задали вопрос, а что может помешать Зениту стать чемпионом, он сказал, только приостановка чемпионата, вот, это правда. Но все равно матч придется проводить. Это футбол, это набранные очки, это забитые голы. И еще целый второй круг нам предстоит увидеть. Вот, Зенит сейчас в полном порядке. Это показал последний матч в Сочи, который Зенит выиграл 7-0, да, дома. И этим результатом Зенит показал, что в них все прекрасно, никаких там проблем нет. Вот, что можно сказать о Краснодаре? Ну, Краснодар сейчас представляет собой детскую юношескую школу имени Галицкого. Ну, пацаны играют. Вот. Типа дубля какого-то там. Вот просто пацаны играют в свое удовольствие, пропускают иногда много забивают. Такие счета. Краснодар может выиграть, в принципе, любого, проиграть любому, да, и зачастую это днарей. Краснодар получает дома 3. Вот. В обороне Краснодар не играет. Ну, в общем-то, у Галицкого ничего не поменялось. Игра в атаку, еще раз в атаку. Вот. Конечно же, безусловно, фаворитом этого матча является Зенит, если Зенит только будет играть. Зачастую Зенит на выезде старается не играть, а катать мячик. Но если они будут играть, то есть Симак настроит бразильцев, то... Я думаю, Зенит выиграет очень много. Сразу перехожу к своему прогнозу на этот матч. Мой прогноз на этот матч тотал больше 3 за коэффициент 2-0. То есть коэффициент под двойку. Вот, почему так? Ну, я считаю, что голов здесь будет много. Стоит ожидать очень много голов. И я думаю, гол или даже голы могут быть также от Краснодара. То есть Зенит не играет в обороне. Краснодар играет в атаке, и вполне вероятно, Краснодар забьет гол или даже 2. Вот. А это уже, значит, Зениту, чтобы выиграть, нужно забивать минимум 2-3. Вообще-то голы там наклевывают. Тотал больше 3 за коэффициент 2, это очень хорош. Ставку и прогноз сделал букмекерской конторе BetCity. Ссылка на регистрацию в первом комментарии к моему ролику. Всем, кто зарегистрируется, по моей ссылке FreeBet 10 тысяч рублей. В общем-то, переходите, регистрируйтесь, делайте ставки или не делайте ставки, это уже ваш выбор. Еще раз объясняю, что, на мой взгляд, это тотальный матч. Тут стоит ожидать много голов. И вполне допускаю, что даже счет может быть 1-5. Вот возьмет Зенит и отгрузит Краснодару 5 мячей, это вполне вероятно. Вот, поэтому ждем много голов и надеемся, что все будет хорошо и у нас ставочка зайдет.